Когда мы говорим «дельфины», мы в голове представляем дельфина Афалина. Мы привыкли думать, что он добрый, помогает людям, умный. Мы любим мультик «Флиппер», мы смотрели кучу фильмов, где эти милые создания показаны. Дельфины действительно умны, очень обучаемы и игривы. Только вот мы, кажется, стали забывать, что это хищники. Это дельфин. А это детеныш морской свиньи. Смотрите, как они резво играют вдвоем. Только вот морская свинья почему-то не смеется, потому что она умерла. Дельфин ее убил. Специально? А может, просто играл и переборщил, и теперь плавает и сожалеет о своем поступке? Вот исследование, которое говорит, что большинство морских свиней, найденные мертвыми на северо-восточном побережье Шотландии, имели признаки нападения дельфинов. У них были внутренние и внешние травмы. Но причина этого месива остается неясной, ведь они друг другу не враги. Они ими не питаются, а просто убивают.